Да, вам сейчас надо же это... Только вот эту бумажку печать больше ничего не надо. Да, сейчас я прошу Тамар Константин. Сюда, зайдите, тут его принесите. Тамар Константин, как будто... Вот загляните на книги. Вот как это выглядит. Все книги новые. Ну, понятно. Вот, допустим, вы слышали, Александр Мень? Угу. Вот, мои, 20-й том, это мои с ним беседы, с магнитофона, один к одному. Допустим, у вас много разных, ну, течений какие-то. Вот эта симфония, это вообще, сейчас так увидел священник, я веду занятия, мне это нужно. Вот конкретно, смотрите, вот, это зеленый свет мусульманства. И как она называется, видите? Первое. Вера, Библия, Коран. И когда этот отдел будете открывать, допустим, открывать можно так, открытым оком, видите, как считается, как бы кверху специально сделано. Можно назвать открытым оком или во свете Библии. Угу. То есть это два названия этого отдела, но целый, это целый отдел. Угу. Вот. Тут я сейчас покажу, вот этот вот том, 26-й, этот на руки не выдавать, просьба. Его сразу уводят. Это 300 поэтов, что когда говорили по определенной тематике за 300 лет. Вот они все поэты, все наши поэты. Россия, начиная с Сумарокова, Ломоносова, эти, и сколько лет кто жил, все это указано здесь. Вот вопрос задали, и на каждый вопрос я сделал из 300 поэтов выбрать на эту тематику и вставить. А вопросы, ну, я в разных университетах вел занятия, милиция, это очень много. Литераторам не, бесполезно, не вернут. Они говорят, я 6... Заплачу цену, но только не отдам назад. Это невозможно просто. А вот это новый завет толкования. Цена не стоит мне как делить самой, да, вот я буду записывать. Здесь адрес. Нет, нет, цена книги. Цена книги? Ну вот это вот у нас, которая, она в два раза дешевле, это 300 рублей. То есть не общую сумму, просто 12 тысяч, да? Там написано. Угу. Не на все разделите. Все. Вот книга, допустим, немножко только, вы без очков видите. Угу. Предисловие прочитайте. 40 лет. Ну, конечно, это титанический... Это около 40 лет материал только собирал на эту книгу. Титанический труд, да. Это я все понимаю. Я 30 тысяч часов провел за компьютером. Набор верстки делал сам. А мне 73 года. О, не дашь вам, молодцом, вы хорошо. Понятно, Кач? Молодцы. Здоровый образ жизни. И вот книгу открыли, и тут сразу сайт наш, вот где зайти, ну это я сижу. Вопросы-ответы, а далее идут проповеди. И везде 64 страницы святых фотографий. Это в нашем лагере, дети наши. Дети. Без помощи государства, поймите, набирать детей, кормить, и за 40 лет ни одного несчастного случая, ни одного отравления. Говорят, средства там финансировано, нет. Зависит от того, мое сердце отдано Христу. Я хочу послужить. У нас лозунг висит, Россия должна встать в детском лагере. И дети скандируют, Россия это мы. Вот. Это я голубятник, у меня голуби. Это наши бабушки. Это все наши. Детей? Видите, дети вот это на качелях, то, это вот они стирают. Что надо увидеть. Ну труд, а он, конечно, никак. Это за ягодами проще. Так, я бумаги эти вам оставил, два да, листика. Вам сейчас прям... Вы посчитайте, давайте, минутку еще. Да вы что, я верю вам. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. А это не ваше? 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Все. А это, все. Это, а это вот так дополнительно просто. Дар для библиотеку. Ага, повторяю, что вот эти не православные, но они хорошие. Мы не так, что я православный, кроме меня никого нет. Мы, как это, христиане широкого профиля. Но мы всем говорим. Вот, допустим, у вас много баптистов, они знают как. Это вот здесь. Да, да. Как беседовать. Старообрядчество вас интересует. Пожалуйста. Дня у нас это за 380 лет сегодня. Очень много разных направлений. Вот Новый Завет, это толкование. Вышел с Откровением, с Апокалипсисом. Это впервые за 2000 лет. Это никогда, это не... И 297 моих комментариев. О положении сегодняшнем. Я никому не угождаю, я как... обязан донести пророческое слово. Мы живем не одним днем, а для вечности. И когда вы будете читать, ну, все данные-то тут есть, вы тогда увидите, зайдете в интернет и увидите там фильмы у нас сняты. Один фильм занял первое место в России, второй первое место на международном киноконкурсе. Это, ну, на дороге не валяется, согласитесь, она же. Конечно, конечно. Ну, вот все. А вот это вот как бы автобиографичное, а моя биография. Вот я здесь покажу, смотрите. Это вот мэр города, который передает мне в частную собственность два дома. Барнауле. Это вот фаст из этих изгонимых. Это режиссер, который снимает фильм. Это в детском лагере. Это земля, которую мы получили. Это вот наш детский лагерь, воспитатель идет.
Это ранний возраст. Вот. Теперь Глеб Якунин освободился. Это я в Нью-Йорке был, митрополит. Это корреспонденты приехали. Так, и наконец, это вот интервью берут диссиденты. Это мой отец до войны еще. Это в АГУ я передаю, Алтайский государственный университет. Вот это ректор пришел технически, я 17 лет там вел занятия. Вот я иду арестованный. Я издавал «Архипелаг», брал за 10 лет до Нового мира. Вот он я иду. Это цветы летят. Это, понимаете, ну это ниоткуда не взято. Оно не просто уникальное, оно единственное. Вот 20-й том, это вот убитый священник Александр Мень, интервью. Его сейчас ни за какие миллиарды нельзя взять, а его нету, говорит, батюшки. А это мы сидим, беседуем, и дословно все теперь с пленки сняли сюда. То есть вы обладаете сегодняшнего дня таким материалом, который вашей библиотеке другой статус совсем дает. Я уж сознаю, что я считаю библиотека важнее самой администрации. Ну да. Это отсюда все начинается, преображение человека. Тем более, когда ну, вот я дал Евангелие и прочее. А это первая моя книга «Стихи». Многие положены на музыку. Здесь, у меня вышло здесь 3467 стихотворения. По 9 куплетов. Да вы все успеваете. Это же ужас. Господь, это не, я никак себе это не приписываю. Вот эта симфония, ну это вообще не выскажешь какая. Это лучшая в мире на неканонической книге. Так, все, уходим. Осторожнее.